Бабвинские ветераны приняли участие в отборочном туре республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкаш Сияние», прошедшем в Малом зале Дома культуры. Мероприятие посетила и наша съемочная группа. Выступление самодеятельных исполнителей среди ветеранов началось с приветственного слова председателя районного совета ветеранов Марата Губайдуллина. Я рад приветствовать от имени президиума районного совета ветеранов с началом новой, как говорится, пенсионной деятельности. Эта пенсионная деятельность называется художественная самодеятельность. Удачи вам, успехов, благополучия в вашей жизни. Будем вам аплодировать. В этом году в районном фестивале приняло участие более 25 человек. Они выступили в различных номинациях. Кто-то порадовал зрителей художественным чтением, другие – танцами и виртуозной игрой на музыкальных инструментах, но особенно запомнилось задушевное пение. Вера Старостина старается присутствовать на всех мероприятиях, проводимых в районе. Вот и в этот раз она решила принять участие в районном фестивале и исполнила песню «Одинокая гармонь». Полно замерло все до рассвета. Слышно на улице где-то одинокая вроде гармонь. По школьной скамье я участвую. Мне нравится вот так вот. Нравится в чем? Что вот в людях, общение. Поэтому я стараюсь участвовать. А вот в обществе инвалидов уже я с 30 лет вот, в обществе, организации общества инвалидов. Мы сами организовали это. И вот с тех пор и художественной самодеятельности мы с инвалидами организовали. И я была как культ массовый это работник туда, там у них. Вот все время мы участвовали, занимались, ездили в деревню, это по деревням с концертами. И здесь и в Березку, и в Иволгу ездили, в дом престарелых ездили. В общем, я уже давно участвую в художественной самодеятельности. Никого в зале не оставила равнодушным и песня в исполнении Альбины Халиуллиной. Эту энергичную и неунывающую женщину знают, пожалуй, все. Более 40 лет она проработала в жилищно-коммунальном хозяйстве, активно работала с населением. Когда работала, я, конечно, постоянно участвовала во всех концертах, во всех смотрах художественной самодеятельности. Но вот года четыре я уже не пела. Года четыре это по таким вот, по своим причинам уж. Вот. А сейчас вот я решила, не то что не решила, меня пригласили из Союза пенсионеров, чтобы я принимала участие. Фестиваль «Балкыш» проводится при поддержке президента Татарстана, глав муниципальных районов и общественных организаций. Главной задачей фестиваля является сохранение национальной культуры, популяризация творчества среди ветеранов и формирование системы ценностей у молодежи. А для самих участников это отличная возможность встретиться с единомышленниками, поделиться последними новостями и хорошим настроением, забыть о болезнях и хандре. Гала-концерт художественной самодеятельности планируют провести в Бавлах 1 октября. Зональный же этап конкурса состоится позже, его проведут в Альметьевске. Заключительный этап состоится в столице Татарстана. Республиканский фестиваль посетят лучшие коллективы района. Айгуль Кадрафикова, Эльмир Башаров, БРТ.